И всем привет! Я вас приветствую на своем канале Scorpion Games. Вот. В прошлой серии мы прилетели на эту планету стартовую, вторую. А смотрю, тут апельсинчики растут на поверхности. Space Orange. Вот их тут довольно-таки много везде, причем. Животные тут тоже есть. Вот такая фиговина имеется. Вот эта серия я решил начинать не с этой планеты, а с Луны. Сразу же Луну разбарабанить, а потом уже вернуться на планету. Вот, подлетаем уже к Луне. Хорошо хоть на солнечную сторону, а то вечно везет, на темную сторону попадаем. Пока ничего, никого не видно. Так, что здесь за ресурсы? Сатиум, купер, кобальт, железо, неодим. Такой же самый, как и на той луне. На Акве. Так, ну пока буду искать базы. Сделаю паузу. Ну вот, собственно, долго не пришлось искать. Они уже по мне открыли огонь. Переключимся на плазму. И ты шустрые какие. Поворачивается как от каждого выстрела. Так, соберем все, что у них есть. Кушаем апельсинчик, чтобы он место не занимал в инвентаре. Патрончики себе свои оставь. Так, ну здесь вход должен быть по-любому где-то вот здесь, с этой стороны. Да, вот она, кстати. Опа. Хорошо, что не попало. Ладно, лучше ее просто обойти и не трогать.
построение баз такое же самое, как у меня старый. Большой конструктор. Батарейки возьмем. Это тоже можно забрать, приобрести. Лень, все сразу наверху. Три турели. Охраняет вход. Кислород, батарейки, гаражные двери, станция эта кислородная. Так, я здесь смотрел. Конец вниз, ищем следующую базу. Там не вход, выход. Вот очередной дрон был. Еще один. Да, интересно, плазма выстрела в перекрестие. Они точно, видать, немножко наводятся на цель. Вот обнаружил базу. Так, уже начали стрелять. Что такое? Патроны закончились? Да елки, моталки. Придется плазмой работать. Там хоть что-то делают или нет. Еще продолжают стрелять. Да они хоть попадают куда-то или нет? Вроде как вспышки есть, а толку никакого. Надо будет слетать на этот вот навозил сейчас и заправиться, боеприпасы пополнить.
смотришь, вроде должен попасть. Стреляешь, он вместо того, чтобы в него попадать, а попадает в блок. Да почему все время... Что за баг какой-то? Нажимаешь, хочешь это, вот он выходит из инвентаря постоянно. Еще не уничтожил, то и фиг с ней. Пушка. Вернемся. Ничего полезного особо нет. Батарейки, воздух. Который у меня уже и так прилично насобиралось. Ресурсы. Так, это же не лазит. Надо что-то ли состакать, или что-то выкинуть. Что немаловажно. Так, я лутал, лутал, там тоже лутал, там не лутал. Так, я сбегал. Бегал на корабль, освободил весь инвентарь. Чик, последнего патрона не хватает. Сразу перезарядиться. Сейчас с одного патрона снесем дверь. Убьем этих летучих мышей, которые без крыльев. Так, здесь роботы должны быть эти. Ага. Тут у них светится уже. Подлечимся сразу. Ой,
как всегда, зовут еще один далик этот. По сути, можно носить с собой не только снайперскую винтовку, а на все случаи жизни. И дрон сбить, и в базе порядок навести. Эпик миниган. Можно взять. Моя вера, это нас. Что не надо. Разберу эту пушку. Видел компонент, электроникс, мотор. Чего особенного у них нет. Не рассчитал. Получил дамаг бинтиком. Хильнемся. Я вернулся на корабль. Вот. И пока тут крафтятся боеприпасы, я посадил огород. Не все еще, правда, есть, но то, что я понаходил, тыквы, помидоры, спейс там дюран, или как они там называются. То, из чего делаются консервы. Ну вот и пополнил боезапас и вернулся на Луну. Буду продолжать искать станции. Ну вот летал, обнаружил, по-моему, разбитый корабль. Сбившийся корабль. На. Который при желании, я так думаю, что можно восстановить. База. Смотрим на карту, да, там не. Сзади дрон. Уже немножко приловчился к этим пушкам, с упреждением стрелять. Стрелял. Вижу, вот там дрон летает. Угу, начали работать уже. Thank you.
Да, и двери, как всегда, не закрыты. Так, ну это маленький урончик, он нам ничего даже не сделает. Посмотрим, что там в этом модном дроне. И что-то хорошая, одна стандартная требуха. Так, где у вас тут вход? Явно, что не вход. Турелька. Еще одна. Полагаю, что с той стороны тоже есть еще. А может быть и нет. Подлечиться на шару, не тратя аптечку. Так, ну кислорода у них, конечно же, нет. Так, где ядро ваше? Где спрятали? Странно, здание вроде большое, а внутри так мало помещений. Пространство маленькое. Всего ничего. Вон, по-моему, ядро, да, за станком. За гене... А, нет. Так, взять, что ли, плазменную пушку? Расшарошить там все внутри. Потише стало, все перестало работать, наверное, где-то зацепили ядро, скорее всего. Да, раз я могу разбирать, значит, тут уже ничего нет. Наверное, это была последняя станция на этой планете, на Луне. Сейчас мельком глянем, что там внутри находится в этом корабле. Для разборки пушки мультитулс. Так, надо маленькую батареечку. Вот она. Пополним пока кислорода. Давай еще одну сделай. Скинем барахло. Перекусить не мешало бы. Вниз нам не нужен.
Ядро где-то наверху, я помню, где-то в этом отсеке. Примерно в этом. Да, вот оно, кстати. Немножко разрушилась, самую малость. Да, постройка, конечно, как-то сделана все. Слишком много пустого места, которое не используется для всякой ерунды. Можно так предположить, что здесь все разрушилось при падении. Якобы при падении. Корабль этот никогда не падал. Так, тут ничего нет. Душевые. Тут, собственно, в этом корабле нечего и ловить. Ничего хорошего тут нет. Сколько я помню, я уже исследовал такой корабль. Ничего так и здесь я не нашел. Кроме того, что это можно все разбирать, ну, не вижу в этом смысла никакого. Ну, это что такое? Конструктор какой-то странный. Еще такого не видел. Это что, в декоративном сегменте он или где? Или это просто... Так сделано. Это тоже, да. Странно. Компактный такой. По сравнению с тем, что у нас на базе стоит. Тут намного места, меньше места занимает. А крафтить, по-моему, может то же самое все. Ну или почти. Да, по-моему, не почти, а то же самое все можно делать. Ну да, даже вот эти вот. Т3 можно делать, добывающие эти станции. Гидроген можно здесь сделать, а вот гидроген нет. Вот эти новые емкости. Значит, это не совсем тот Advanced Constructor. Ну что ж, на этом я буду заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока.